Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите. Не забывайте вводить моник при регистрации, потому что если вводите моник, потом прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч. И как бы эти деньги я могу отдать вам. Поэтому вводите мой ник при регистрации, и также вводите мой промокод на 6 уровне. Повторюсь, вся информация есть в описании под видео. Итак, просто я у себя дома лежу на ковре, просто отдыхаю. И хочу записать сегодня интересный видосик, пацаны. А знаете какой? Сегодня я куплю две машины, получается, и буду на обеих продавать по 10 тысяч. То есть буду делать слет. Эта штука, конечно же, не новая. Я видел у многих ютуберов эту тему и решил как бы сам попробовать, поэтому видосик сегодня будет интересный. Если вам понравится данная серия, то поставьте обязательно лайк, наберете 100 лайков. Я буду подобное делать на стримах, поэтому не идите, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Итак, пацаны, у меня есть 5 миллионов, это, конечно, не особо много, но, в принципе, я думаю, сойдет для нашего видосика. Давайте пододвиночку зайдем, в принципе, хопа, быстренько все делаем. И давайте сейчас телепортируемся сразу на автобазар, и там будем смотреть машины, которые можем себе позволить. Ну и, конечно же, потом будем звать людей и продавать эту тачку за 10 тысяч, и кто ее первый словит, тот ее потом и перепродаст. А, звук выключаем пока что. Потом, когда будет слет, я включу звук, чтобы послушать эмоции людей. Так, слива у нас стоит 2.1, да? Давайте посмотрим, что в ней есть вообще. Она стоковая, да? Давайте сейчас по Б побегаю. В принципе, посмотрю, что здесь есть. Короче, покупаем вот эту ТТ-шечку. И купим сейчас еще какую-то машину. Короче, две тачки у нас сегодня будет. Скорее всего, это будет слива. Я ж не буду две ТТ-шки как бы сливать. Я думаю, это будет неинтересно. Ой, бля, что, сливу покупать или что? Я просто не знаю, блин. Мне кажется, дорого за сливу. Ну, давайте сливу купим, короче. В принципе, вообще похер. Покупаем сливу. Теперь у нас есть, короче, две машины. Сейчас я отойду, возьму какую-то из машин. И уже буду кричать людям то, что сейчас будет слив, как бы, за 10 тысяч. И посмотрим вообще на их реакцию. Типа, ну, будут ли они вообще бежать ко мне. Давайте сначала ТТ-583. Давайте телепортируем к себе. Так, эту малышечку. Давайте откроем, хопа. Так, сливаю машину, давайте, давайте, давайте. Давайте, родные мои, давайте. Что-то люди не хотят, да? Вообще сюда идти. Да, я администратор, и смысл фрапсить? Затаймите. Не то, что я администратор, братан, можешь таймить сколько угодно. Кирюша, в МП напиши, чтобы все видели, тогда сбегутся. Давай, давай. И просто думаю, что ты наебешь. Еще потом одну машину солью. Не-не-не, стой, стой нормально, стой нормально. Развернись. Окей. Ой, развернись, Дон. Давай-давай, блядь. Давайте. Готовы, пацаны? Да, давай, ебаш. Ну, зачем, ё-моё. Ой, блядь. Админ тупо меня заспавнил, ну зачем? Вот, заебись, блядь, меня блядь, тупо админ заспавнил. Да я понимаю, блядь. Стоп, это скидки были как, Кирюха? Да просто решил по приколу по 10 тысяч посливать тачки. А пусть они отъедут, потому что мало ли сейчас какая-то хуйня будет. Давай не, едем нормально. Пизда, давай едем. Спасибо, чувак, нахуй. Спасибо, спасибо. Да ёбаный в рот, ты сказал отъедем. Ну, сейчас еще одну тачку. Кирюха, Кирюха, за 10 тысяч. Что это, блядь, такое? Бля, не тот иди нахуй увидел, сука, заебало. Что это такое? Давай за 10 касанчиков. Какой там 653? Сливу сливаешь? Да. Ебаш. Кто там Санчес хотел на слив отдать, Кирюха? Не знаю. Вильям хотел. Кирюх, тебе хотели Санчес на слив отдать. Ну, сейчас эту сливаю, я тебе дам Санчес. Что такое андеграунд? О, это после... Что такое андеграунд? Ебать хуярит, дядя, себе бля, оставлю, ебу. Нахуй. Тихо, музыка ебаная. Музыку выруби. Другую на маву нахуяры. Что, готовы? Что, пиздец? Считайте до трех. Раз, два, три. А почему, блядь, табличка ебаная вылезла? Охуеть. Нормально. Табличка вылезла, я ебу. Кирюха, давай нахуй он Санчес, блядь. Нахуй. Давай Бугатти нахуй сейчас заберем у него. Давай Бугатти. Забираем Бугатти у него, сейчас босс. Давай Бугатти, давай.
давай сюда, блядь. Отдавай нам. Сколько копишь? Не, мы бесплатно забираем. Ты видел, сколько у нас? Давай передам. Ну давай через кар. Ой, пацаны, ну прикольная, кстати, тема. Я его сейчас случайно, блядь. Так, сейчас Санчес буду. А как вы будете ловить его, мне интересно? А рядом просто. Рядом А ну ща, я прилечу сейчас, посмотрю, там может Сивик есть. Давай, нету смысла. Спать, Карл. Охуеть. Давай заляпу. Я снимаю, Ярик хуярит. Отойдите, блядь, пускай он встанет в середину, алё. А то сейчас у меня на вас встанет, пацаны. На твои божьи. Давай, хуярик, они не сложат. Считайте до трех. Раз, три, два, Подождите, я не могу выставить. Дайте в середину заехать. Блядь. Пускай он в середину заедет, алё. Ебать, пизда, за десятку. 10 слепив, 30 ставь. Да ёбаный вы встали, ебланы, нахуй! Вы слишком далеко от игрока. Нахрена! А ну погодите, у меня может донат есть. Это ебучая, я ебу, блядь. Это ахата почему? Ща, если что-то найду сейчас, то выставлю. Бонд. Кирилл, что за конкуренция, ёбаный рот? Он хочет этот слить, проследишь? Он хочет Чироки за 10 слить. Ну давайте. Проследишь. Если что, бан по IP сразу. Да, и деньги вернут. Парень так, просто так. Продать хотел, блядь. Сейчас. Я, кстати, купил машину еще одну. Пошли, Кирилл, пошём. Слитый. Погнали, я взял тачку другую. Все, пойдем про другую машину. Гоза с ХК, чтобы не ловили ХК. ХК у них на руках мало всего. Куда поехал? 100к ставь, чтобы не ловили ХК. Что, 100к ставить? Да, чтобы ХК не ловило, у ХК мало на руках, чтобы если их забанили, то... Считайте до трех. Да как она, блядь, не нажимает, нихуя, пизду. Ёбаная залупа, нахуй.